Ну я что, нанималась эти удочки, что ли, собирать по всему дому? Сколько раз говорила этому деду, ну можно уже все складывать в сундучелу. Так, больше нету? Нет, вроде нету, ладно. Пойду унесу, унесу, так, во. Засунуть. Так, еще одну найду, точно сломаю. Или сожгу. Кто это ржет? Стоять! Ты кто? Это кто? Это же что за... Так, так сейчас я сейчас не поняла. Грынуля? А? Грынуля? Ах ты, зараза! Ладно. Что, дома нету, что ли? Я что-то не поняла. Ее же дома нету, что ли? Грынуля! Алло! Алло, алло! Так, я сейчас не поняла. Ты что такое? Где ты ходишь? Это почему там? Да я тебя не найду дома. Да меня нету, я уехала. Привет, друзья, я Веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. В смысле уехала? Куда уехала? Почему ты меня не предупредила? Почему ты... Ага, так, подожди. Да, там остался мой ребенок. Короче, ты его займи пока чем-нибудь, а я потом приеду тебе и все расскажу. Все, пока. Офигеть, офигеть. Ну чё ты? Всем привет, с вами я, бабушка Грэнни. И у бабушки Грэнни в доме творится какая-то непонятная чушь. Прятки. Какие прятки? Слышь ты. Ребенок! А? Ребенок, сюда иди. Я спрятался. Господи, где ты спрятался, а? Я вижу коричневые двери. Сейчас я тебе коричневую дверь устрою. Где он мог спрятаться? Ну чё ты? А где у меня коричневая дверь? Я знаю где. Ну-ка. По-любому здесь. Ну-ка. Здрасте! Ты кто такой будешь? Рассказывай. Я мальчик. Мальчик? А кто у тебя папуля? А четыре. Да-да-да. Помню такого, да. Я кушать хочу. Эх, Грынуля, у меня же была беременна от этого четвертого. Смотрите, ребенок родился. Вообще капец. Не хочу кушать. Да ладно, ты не ной. Сейчас бабушка тебе что-нибудь сообразит, наверное. Но это не Фагу. Точно. Так. Так, что у нас тут есть? А может, мы ему отдадим? Королевских креветок. Сейчас я тебе королевскую креветку в одно место засуну. Так. Хочу кушать. Так. А, вот у меня у бабушки есть только вот это. На. Вот тебе и яички, и вот тебе и колбасенок. Все. Больше у бабушки ничего нет. Я ж... Спасибо. Фу, какой ты бескультурщина. Тебя что, культуре не учили, что ли? Слышь, это ты? Папа так делает всегда. Папа так делает, так нельзя делать. Я тебе говорю, бабушка, тебя... Хочу играться. Играться? О, слушай, пойдем, я тебе кое-что покажу. Пойдем. Пойдем. Пойдем, я тебе покажу. Смотри, вот, можешь поиграть на барабанах. О-о-о, спасибо. Давай. Тыц, 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 пойдем. Я хочу, так можно я еще 5 минут поиграю? Сам? Да. Хорошо. Мне кажется, к концу дня я с ума сойду. С ума сойду, честное слово. Он так играет, так орет, так и поет. Ой, а что это такое? Ладно. Ой, 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 ой. Ты что делаешь? Ты что натворил? Слышь? А ну-ка в угол. А ну-ка в угол иди, я тебе сказала. Я сказала в угол. Тебе хана, я тебе сказала, я не посмотрю, что ты с моей Грынули. Я тебе сказала, тебе... Куда ты побежал? Че, бабушка за тобой по всему дому будет носиться? Так, ну-ка в угол. Стоять. Так, если ты сейчас сам не остановишься, я тебя остановлю. Что ты хочешь? Я тебе сказала, вставай в угол. Мне нужна детская площадка. Я тебе сказала, в угол сначала вставай. И хорошо. Сиди там, наказание 20 секунд. Так, ты хорошо. Что, я сказала, в угол. Все, стой здесь. Фух. Хорошо. Бабушка хоть передохнет немножко. Уж ты какой. Так. Слушай, что, какую тебе детскую площадку надо? Хорошую. Хорошую, хорошую. Вот иди, вот тебе детская площадка. Иди сюда, играйся. Вот, фу, тут грязь какая. Это не грязь, это бабушкина гордость. Да. Фу. Так. Ты будешь фукать или будешь... О, слушай, что? А может, хочешь на паровозике покататься? О, хочу, хочу. Иди, вот, возьми паровозик тут и катись. О, спасибо. Давай, вот, прям катись. Ага, вот туда и пока. И потом обратно. И вот так целый день катайся. Обратно не катится. Сейчас. Ты точно идешь?
О, катится. Отлично. Ну вот видишь, как... И туда, сюда, и катайся целый день. Ладно, а бабушка пошла делами займется. Ой. Так, я не поняла. Ты что творишь, а? Да ты мне уже полдома снес! Да я на какую-то кнопку нажал. Ой, бестолково. Ой, бестолково. Пошли отсюда, все, пошли из дома. Все, пошли из дома. Нет, в доме с тобой вообще играть невозможно. Пошли. Пошли, вот пойдем через реку, пошли по мосту. Пошли, пошли вот сюда, пошли по мосту. Какой мостик? А можно я камешек кину? Нет, пошли, я тебе кое-что покажу. Так, я тебе сказала, нельзя. Ух! Ах ты, бестолочь, ах ты. Ух! Так, кто тебе дал эти игрушки? Мама. Ой. Сейчас я заберу у него креатив, и я покажу ему, где будет он играть. Куда мы идем, куда мы идем? Сейчас мы пойдем, знаешь, куда? Я куда? Придумала для тебя... Чего? Веселье. Ай, это что такое? Это ничего такое, иди. Иди сюда, иди. Пойдем, я тебе покажу. Пойдем, пойдем, пойдем. Идешь? Идешь. Да. Ты идешь? Так, иду, иду. Ой. Ты идешь или нет? Ой, у меня креатив пропал, что ли? Иди давай. Сейчас я тебя в тюрьму буду садить. Ой, не хочу в тюрьму, не хочу. Да ладно, я пошутила. Вот давай, вот здесь вот тебе устроим детскую площадку. Вот здесь. Нормально? Давай. Подальше от дома, чтобы не безопасности. Где хочешь, в море? А вдруг меня кто-нибудь украдет? Да никто тебя не украдет. Давай, короче, тебе сделаем на лодке, будешь плавать в море. Хочешь? Нет, мне страшно. Я хочу домой, тут монстры. Папа говорил, тут ходят монстры. Какие монстры? Держаться... Ты вот одна курица ходит, никаких монстров. Тебе надо держаться ходит. Рядом с домом бабки, папа говорил. Поэтому так, пошли ты домой. Слушай, ты своего папаню не слушай, давай. Ой. Так, ты что, не понимаешь? Ой. Нет, ты что, бестолковый? Я хочу домой. Да куда ты пошел? Давай играть в прятки дома. Какие прятки дома? Как ты мне надоел-то уже? Господи, когда грануль-то вернется, уже вообще все равно. Мама сказала, только через пару часов вернется. Так, ты на ворот, слышь, открой, тебя вообще никто не спрашивал, мелюзга. Все, пошли домой прятаться. Пошли, я тебе бассейн покажу, пойдем? Нет, пошли прятаться. Ой, ну чё ты у бабушки уже ты считаешь? Болит. Спина болит. Спина уже болит от него. Ты считаешь? Да, раз, два, три, моя картина, два, три, четыре, пять. Я вот сейчас тебя последний раз пойду искать, а потом пойду я спать. Все. О, все, я спрятался. Да, ну что ты? Ну что, помогите мне, а где он это вот это вот спрятался? Это что, Он собака серая. Ах ты, собака серая, ну-ка вон из моего дома пошел! Иди отсюда! Я лучше, все застрою. Ах, ну все. Ой, а, как прикольно! Вот эта штука, вот это... Где он? Где он? Ну что-то, вот он. Ну что-то сейчас поймаю. Где он? Ну что ты? Вот он. Ага, получил. А теперь? Опять он у меня заберется, что ли? Вон отсюда, я тебе сказала. Иди отсюда! Так, ты меня бесишь уже! Все. Нет, ну посмотри, что он творит, а. Сейчас. Ну что там мне? Все, сил больше нет, все. Ну что, у меня даже ничего, ну как держится, ну чат. Где это чудовище маленькое? Я не чудовище. Вот оно, это маленькое чудо. Так где же оно, а? Я не чудовище. Вот оно, чудовище. Ты из чадьяда! Ты из чадьяда, я тебе сказала! Ой, где он? Где он? Вот он. Все? Чаты? Я еще вернусь. Это я тебе вернусь! Ты мне больше вообще никогда в дом не подойдешь, ясно? Пойду еще таки штуку папы возьму. Этот Влада 4 из чадьяда, как и она же его ребенок. Посмотрите, что стало с моим домом. Ну че ты? Ну это как так-то? Бабушка, так хороший день начинался. Бабушка думала, столько планов нас запланировала. Короче, ну че ты? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а бабушка пошла за горю. Себе зелька сейчас наведет. Пригласит строителей. И будет ждать Гренулю. И покажет ей, кто в доме хозяин. Короче, все, ну что-то пошла я отдыхать. Всем удачки, всем пока.